Всем привет, дорогие друзья из Турции, из Афьона. Мы приехали на пикник, и сегодня четвертый день Байрама. И обычно в этот день все семьи собираются на пикник в лесу. Байрам в этом году длится 4 дня. Первый день перед Байрамом, Арифе Гюну, это день, когда все моют дом и готовятся к празднику. А сам Байрам начинается уже на следующий день. И в этом году, как я уже сказала, он длится 4 дня. Сегодня третий день, завтра последний день. Что происходит во время Байрама? Если вы не знаете, что такое Курбан Байрам, обязательно почитайте в интернете, потому что Курбан Байрам – это один из самых главных праздников для мусульман. А обычно это семейный праздник, когда все семьи собираются в доме, ходят друг к другу в гости, готовят вкусную еду, вместе кушают, дарят подарки. В общем, традиций, связанных с Курбан Байрамом, очень много. И одна из таких традиций – это пикник в лесу. И мы сейчас приехали в лес. Покажу вам, как в Турции готовят шашлык. И, друзья, если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте заходить по ссылкам в описании к моим видео на нашу группу в Фейсбуке, на фирму, на сайт нашей фирмы. И, конечно же, не забывайте о том, что в описании к моим видео есть ссылки на сайты, где можно забронировать билеты, отели и туры со скидками. Заходите, все это есть в описании. Ну, а мы приехали в лес, вот такой вот здесь шикарный лес, и наши уже нашли место для того, где будут жарить непосредственно шашлык. В общем, сейчас вам все покажу и расскажу. И сразу же, приехав в лес, мы обнаружили лесную черепаху. Здесь их очень-очень много, посмотрите, какие мощные когти. И она вот так вот спряталась, чтобы ее никто не видел, но я услышала звук и увидела вот эту вот огромную-огромную черепаху. Сейчас попробуем ее покормить огурцом. Уже начали разжигать огонь. Мы с собой дрова привезли. И вот так вот между камней сейчас готовим угли. Здесь очень много места для пикников. И вот там тоже вдали кто-то отдыхает, играет в мяч. Вот там тоже еще одна семья. Чуть подаль от нас тоже есть люди. Ну а мы вот здесь. Пока ждем, пока приготовятся угли, начали также готовить чай. Чай разогреваем на шишках. Будет настоящий чай на шишках. Вот такой вот турецкий самовар. Пока готовят шашлык, я решила прогуляться по лесу. И смотрите, какое дерево здесь обнаружила. Одно, наверное, из самых больших и высоких, которые я пока здесь видела. Тишина, конечно же, невероятная. Слышите, как хрустит? Шишки хрустят, и листва, и иголки. Турция очень разнообразная страна, друзья, и я пытаюсь
об этом рассказать и показать в своих видео. К сожалению, я об этом говорила также и раньше. Многие думают, что Турция – это море, солнце, пляж и так далее. Но не забывайте, что Средиземноморское побережье Турции – это не вся Турция. И если в Алании, в Анталии и на Средиземноморском побережье у нас, да, даже зимой, ну, тепло относительно температуры в других регионах Турции и относительно температуры, я не знаю, в других северных странах и так далее, то не забывайте о том, что отъехав даже зимой 30 минут на машине от Алании, от побережья, в горах очень много снега. А перевал между Аланией, когда едешь в Конью, зимой даже закрывают для того, чтобы расчищать дорогу, потому что не успевают, очень много снега выпадать. Поэтому, друзья, не забывайте о том, что Турция, как и все страны, когда меня спрашивают, какая погода в России летом или зимой, или какая погода в Турции, в Турции летом или зимой, нужно, конечно же, думать о том, что все страны большие. Есть южное побережье, есть самый север. В Турции зимой на севере температура воздуха достигает минус 50 градусов, и снега выпадает вот столько, что машины проехать не могут. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что Турция огромная страна с разными климатическими зонами. Здесь есть и снег, и море, и солнце, да. Но именно в этом Турция уникальна, в том, что, находясь на побережье, например, даже зимой, в очень хорошую погоду в январе можно загорать, а буквально через полчаса вы оказываетесь в горах, где можно лепить снеговиков, кататься на санках и так далее. Или, отъехав 2 часа до Анталии, есть горнолыжный курорт, а если вы отправитесь в Испарту, то там снега очень много, можно кататься на лыжах, на сноуборде и так далее. Поэтому, помимо того, что в Турции вот такая вот уникальная климатическая зона, в Турции очень много разных достопримечательностей. Даже живя в Алании более 10 лет, я не объездила еще все достопримечательности. Поэтому расширяйте свое мировоззрение, обязательно читайте, смотрите, исследуйте те места, в которые вы приезжаете летом, даже на отдых, даже если это отель All Inclusive, обязательно выходите и познавайте мир вокруг, потому что это очень-очень-очень интересно. Ну, а я слышу, что наши там притихли. Скорее всего, угли уже готовы. И сейчас пойдем уже жарить шашлык. Çatal ben içeri soktum ben. Bu ne yapıyor bu? Можно также повесить гамак и наслаждаться свежим-свежим воздухом леса. Угли уже готовы, теперь жарим шашлык. Здесь уже готовы баклажаны на углях. Здесь у нас кёфта. А здесь куриные крылышки, в общем, куриное мясо. Его еще будем мариновать. Кёфта тоже практически готова. Еще у нас есть курица и печень. В общем, вот такая вот вкуснятина. Первый заход шашлыка мы съели, друзья. Было очень вкусно. Кёфта, мясо, салат. Сейчас готовится курица и печень. И пока готовится второй заход, мы все, мальчишки, играют в мяч, а мы решили опять пойти прогуляться.
Allah da öyle dedi. Öyle demezsen düzgün önce. Kız kendimi biraz koşturdum. Gel, Yavuz gel. Çekil. Baba gidecek. Dönecek mi? Ben. Koşturma sakın. Koşturma. Hayır. Kanka sen ötekine bin. Ötekine ben yavuza bin. Ötekine bineceğim. Ben de yavuza. Samaveri yaktık. Eskişehir'den misafirlerim geldi. Onlara güzel mangal yaktık. Kardeşler toplandı. Bayram pikniğine geldik. Sarıcıva tarafına. Orada Allah izin verirse piknik yapıyoruz. Misafirlerimizi ağız tadından ağırlamak istiyoruz. Bu da Zeki Bey benim eşim. Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? He, gelin hamakta sallanıyor. Bu da benim gelinim. Oh. Bundaki keyif arada yok. Burada Ayhan ne yapıyor? Hamak keyfi. Telefonla oyun oynuyor, işte sohbet ediyor öyle. Ne yapsın? Bu sene geçti de seneye yapacaktık bu. Ay Allah Allah. Yani seneye günü belirle ha. Bu sene yapacaktık da. Vallahi sıyırdın bizim oğlan. Ben sana çalışacağım söyleyeyim. Salak, en son vuracağını sen niye yıkıyorsun? Abi, yer açın. Bak. O kalabalık edip milleti sıkıştırıyorum. Durmadın mı? Уже практически 5 часов вечера, наш пикник закончен. И, друзья, пожалуйста, где бы вы ни находились, куда бы вы ни приезжали на пикник, вот как вы приехали в чистый лес, пожалуйста, оставляйте его таким же чистым. Убирайте за собой любую бумажечку, любую маленькую соринку. Это очень-очень важно. Ну и еще расскажу вам интересный момент. У Айхана брат... занимается охраной лесов, и в Турции запрещено не только собирать дрова в лесах, но и даже шишки, потому что это нарушает экологию леса. А еще в Турции запрещено держать любых диких животных дома. Я думаю, что многие из вас видят на YouTube, например, кто-то пошел в лес, нашел лисенка, взял его себе домой и выращивает там. В Турции это совершенно невозможно. Если вы нашли какого-то маленького дикого зверя в лесу, вы обязаны отдать его в государство. Есть государственные питомники, где следят за этими животными и потом отпускают их обратно в дикую природу. Поэтому в Турции нет, запрещено законом и карается огромными штрафами держание диких домашних животных дома. Это касается всего, начиная от диких лесных животных, заканчивая змеями и так далее. Запрещено и, как я уже сказала, карается жесткими штрафами. Разрешено только держать домашних животных, таких как кошки, собаки, ну, естественно, гуси, коровы там, и так далее. Все остальные дикие животные под абсолютным запретом. И мне кажется, это очень правильно, потому что дикие животные должны находиться в дикой природе. А если дикие животные болеют или у них есть какие-то... сложности с выживанием в дикой природе, то за ними в больших, в огромных питомниках заботится об этих животных, заботится государство. И мы постараемся с вами, если нам разрешат, дадут разрешение, мы постараемся съездить в один из таких питомников, и я вам обязательно его покажу.
Друзья, мы уже вернулись в деревню после пикника, и вы, конечно же, знаете, те, кто смотрит мой канал, что Афьон знаменит картофелем, подсолнухами, вишней, но также здесь выращивают огурцы, которые засаливают. Вот я только что была внизу на плантации огурцов. Ох, бежала в гору, запыхалась. И если вы не знаете ничего про Афьон, обязательно прочитайте в интернете или посмотрите мои видео, потому что это уникальнейшие места Турции. Помимо того, что Афьон знаменит своими термальными источниками, я во всех своих видео рассказываю о том, что здесь очень развито сельское хозяйство. И здесь, во Фригийской долине, среди тысячелетних камней, на берегу водоема расположена огуречная плантация. Здесь выращивают огурцы, которые потом продают на фабрику для того, чтобы их засаливали. Ну, так называемые корнишоны, знаете, маленькие огурчики, которые продаются в магазинах, в банках. Так вот, это плантация, специально на этой плантации выращивают, специально выращивают такие маленькие огурчики. И они, конечно же, стоят намного дороже, чем большие огурцы, потому что они идут на соленье. Здесь наши знакомые сейчас собирают эти огурчики. Плантация не очень большая, но здесь все очень хорошо организовано. Видите, ровные грядки, полив. И сейчас вам покажу вот эти вот маленькие огурцы и как их собирают. Вот такие вот они маленькие. Видите, как их много. Вот эти еще не выросли, а эти уже созрели. И вот так вот ребята смотрят огурцы, которые созрели, срывают. А которые еще не созрели, вот цветочки, они только будут созревать. Вот эти вот, видите, совсем маленькие. Ждут, чтобы они созрели. Но, как вы видите, цветов очень-очень много. Вот совсем-совсем милипусенькие огурчики. Цветов очень много. И вот так вот каждый день они смотрят и срывают огурцы, чтобы они не переросли определенный размер. Работы на этом огороде идут каждый день. Через день поливают и через день собирают вот эти вот огурчики для солений. Конечно же, нужно следить, чтобы, как я уже сказала, огурцы не переросли определенный размер и не потеряли свою ценность. На берегу водоема расположена эта плантация. Здесь дамба, это искусственный водоем. Как вы видите, местность была здесь затоплена. Раньше здесь не было водоема, а сейчас, поскольку появилась дамба, немножко есть влажность. Ну, а так, в принципе, все равно очень-очень прохладно. Особенно утром и вечерами очень прохладно. Вот такой вот искусственный водоем здесь расположен. Вам я его, кстати, еще не показывала. Видите, посреди деревья и туда далеко, вдаль он уходит. Здесь у них небольшая бытовка. И прям из водоема они берут воду и орошают свою плантацию. И на окраине плантации, конечно же, растут подсолнухи. Всеми нами любимые подсолнухи. Если вы не смотрели мои предыдущие видео с подсолнухами, обязательно посмотрите. Подсолнухи тоже
уже скоро начнут отцветать. А вот совсем еще молодые, которые даже не распустились. Вот так вот выглядит совсем еще не распустившийся подсолнух. Ну разве это не красота, друзья? Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Заходите в описание к моим видео. Там есть ссылки на бронирование отелей, самолетов и туров в Турцию со скидками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь. Ну и, конечно же, прилетайте в Турцию при первой возможности. И не забывайте о том, что Турция – это огромная страна с разными климатическими зонами, где много не только чудес, которые сотворены руками человека, но и чудес природы, очень много достопримечательностей. Поэтому подписывайтесь на наш канал, и только на нашем канале, на моем канале вы увидите то, что вы не увидите ни у кого другого. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего из самого сердца Фригийской долины. Про Фригийскую долину я вам расскажу чуть позже. Ну, а если вы жаждете узнать, что это такое, обязательно смотрите в Гугле. Это невероятно интересное место. Всем всего хорошего. Будьте здоровы. Пока-пока.